Обновляю девочкам их лакшери-зону. Здесь у меня песок, ракушка и сера, для того, чтобы они пополняли свой организм. А тут у нас в тенечке, значит, для них зола и сера. Это такие ванночки, которые они любят принимать, купаются. Очень удобно, кстати, это делать в тазике. И птичкам нравится, и меньше рассыпается. У нас жара стоит невыносимая, поэтому девчонкам надо обновлять их спа-зону, чтобы они могли купаться, чтобы не было никаких паразитов, никаких мух, блох и прочей гадости. Так-то они еще любят под сараем купаться, здесь у них земля просто всегда, и они здесь купаются. Но еще им и золы насыпала. В сам сарайку, хоть они тут не ночуют, я тоже золы насыпала, серы. В общем, все привела в порядок. Да, девочки? У мини-кур у нас тоже. Там зола, ракушка. Без песка, правда, без серы просто. Зола, ракушка. Пускай копаются, ковыряются. Им это дело понравилось. Вон ракушку выбирают. В золе, не знаю, будут купаться, не будут. Как бы это их дело. Уже, кстати, подросли довольно. Практически вон в толпе. Сложно иногда найти, где взрослая курица, где наши мелкие. Но сейчас видно, конечно, а так иногда бывает, прям присматриваешься, кто есть кто. Вот, идет на мой голос. Моя хорошая ты, моя умничка, да. Конечно, им тут уже тесно, очень тесно. Не знаю, что пока придумать. К большим рано, потому что мини-куры будут убегать. Там есть небольшие огрехи в заборе. Я боюсь, что они будут вылазить. Поэтому пока еще не знаю. А так, вроде особо их большие не обижают. Они уже как-то все вместе совершали побег на огород. Ну и вроде как никакой драки я не видела. Но это было на огороде. Все были заняты своим делом. А как в замкнутом пространстве... О, все, купаются в зале. Ну, инстинкт сам возьмет верх. Подскажет, что и как нужно делать. Молодцы, молодцы. Сейчас жарко, сейчас надо обрабатывать свои перышки. Правильно, все правильно. Зимой паразитов меньше. Но у них нету, я смотрела, всех кур осматривала, никого ни на ком нету. Но на всякий случай, конечно, надо. Просто чего я решила, у нас одна курица очень долго линяет. Я уже испугалась, думаю, вдруг у нас этот пухопероед. Ну, никого нету на них. Всех осмотрела, просто, наверное, так линяет долго курица. Как раз-таки та, вот одна у нас такая вот белая с черненьким незрячая курица, а вторая такая же полулысая ходит. Это все несушки.ру. Мои любимые несушки.ру и мои любимые почти беспроблемные куры, с которыми я уже замучилась. Нет, я не жалуюсь. Во, пошли клевать. Все правильно, там вкусно, да, девочки. Выбирайте, что вам больше нужно. Пришло время заготавливать клубнику, не только ее есть. Вот всю мелкую я разложила по поддонам. Я ее буду сейчас замораживать. Ну а крупненькая клубничка у нас сейчас пойдет на еду. И из части я сделаю клубнику в шоколаде. Очень вкусный такой десерт. Если будет еще мелкая клубника, то буду также замораживать. Мы ее, конечно, уже немножко поели. Это уже не первый сбор. Пора заняться заготовкой этой чудесной ягоды на зиму, потому что зимой очень классная с ней вкусная выпечка получается. Но вот эту вот вкусняшку мы сейчас съедим. Клубника плохо вообще лежит, ее срочно нужно просто перерабатывать, потому что дожди, и она напитана влагой, портится, конечно. Собираю я опять клубничку. Вот набрала немножко такой средней и мелкой. И сейчас приступлю к большой. Что хочу показать. У нас как раз дождь собирается. Вот это клубника в этом году. Я знаю, что у всех клубника такая в этом году хорошая. Ну, гляньте, просто огромная. Огромная вкусная клубничка. И еще, сейчас покажу. Еще вот тоже огромнейшая красота. Ну вот и все. Клубничка собрана. Крупной в этот раз не так много. Но ее, в принципе, уже осталось не очень много. Не знаю, у нас вот будет дождь, не будет. Небо, по крайней мере, хмурится. Не знаю, какой силы был ветер. Все повырывало нахрен. Я даже не знаю, ставить сейчас, не ставить. Бля. Нет, я, наверное, укрывную уберу. Поставлю уже, когда это апокалипсис кончится. Ай, ну что, поставила просто, чтоб не валялась нигде. Собирать сейчас ничего не буду. Огурцы отвязала. Пускай лежат. Укрывной только заберу. Один огурец вырвала. Вместе. Вырвала, в общем, вместе со всем. Укрывной сейчас заберу. Пока не стихнет этот апокалипсис. Ничего не сделаю. Нужен периметр. Из-за дождей и сильного ветра расшатала трубки, и из-за этого все вырвалось. Смысла сейчас не вижу ничего делать. Надеюсь, огурцы переживут, которых и так нету. Я их сегодня только подкормила. Сделан периметр. Выкрашены дуги. Теперь они у нас зелененькие, не черненькие. Все сделано ровненько. Привязано к периметру. Здесь именно на тряпочках, потому что укрывной, чтобы он не рвался, края острые. Ну а здесь везде, как и раньше, на стяжках. К периметру там внизу крепили специальным моим тайным секретным креплением. Вот. Сейчас дождик кончится, и уже тогда будем укрывным сверху закрывать. Ну, в принципе, получилось, мне кажется, очень даже красивенько. По высоте, кстати, стало теперь ровно со всеми тепличками. И выглядит намного все ровнее. Конечно, есть тоже кривые моменты, но все же все более-менее ровненько у нас выглядит. Вот что значит сделать периметр. Thank you.